Ну и начнем вот с чего. В администрации Люберец прошло совещание по сезонному повышению цен на пассажирские перевозки. В нем принял участие автоперевозчик «РАД-Транс». Известно, что с 1 января 2018 года стоимость проезда уже повысила «Мострансавтом». Помимо этого, в рамках встречи рассказали и о других нововведениях в работе общественного транспорта на территории Московской области. Так, с 23 марта автоперевозчик «РАД-Транс» повысил стоимость за проезд на 10 рублей на маршрутах 12.32 и 12.25. Также из ЖК «Люберцы» 2015, 16 и 17. До метро «Выхино» проезд теперь будет стоить 55 рублей, а до «Новокосино» – 60. Из Некрасовки до метро «Выхино» проезд обойдется в 45 рублей, до «Новокосино» – 55. Стоимость проезда внутри района выйдет пассажирам 45-50 рублей. Отметим, администрация Люберецкого округа настаивала на отсрочке повышения цен до апреля. Но мы в любом случае настаиваем на то, чтобы уважаемая компания рассмотрела нашу просьбу, наше обращение администрации для того, чтобы все-таки минимизировать повышение стоимости проезда. Однако с 1 января 2018 года на территории Московской области уже были повышены цены на проезд автоперевозчиком «Мострансавто». Рост цен на проезд связан с увеличением стоимости топлива, а также технического обслуживания транспорта. Отметим, что при оплате проезда картой «Стрелка» или наличными стоимость будет одинаковой. Помимо этого, на совещании рассказали о нововведении. Весь общественный транспорт будет оснащен системой ГЛОНАСС, что позволит следить за соблюдением графика движения. Более того, там будет на каждой машине будет понятно, кто этим автомобилем управляет, какой государственный номер этой машины, для того, чтобы мы понимали, что общественный транспорт, он прозрачен, он должен быть понятен жителям, где находится то или иное транспортное средство, сколько человеку ждать. Также на следующей неделе запланирована инспекция территории ЖК «Люберцы» по вопросу возможной организации пешеходных дорожек в сторону Марусина и Некрасовки. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.